Всем привет! В эфире... Классная компания! Сергей Александр Сергеевич Пушкина. Наверное, там ему помогают музы. А я недавно познакомился с еще одним любимцем муз. Меня зовут Николай Сергутанов. Я родился в Самаре 5 мая 1990 года. Мне 9 лет. Сейчас вот приехал в Москву для того, чтобы выступать на презентации книги «Новые имена», куда я, к сожалению, не вошел. Но надеюсь, что я в следующий обязательно войду. Мы тоже надеемся. А скажи, пожалуйста, когда ты почувствовал себя поэтом? После детского сада я пошел на гуманитарные курсы. Здорово. Наверное, похоже на Пушкинский лицей. Скажи, пожалуйста, а как ты пишешь стихи? Ждешь вдохновения или они сами рождаются? У меня был толчок в творчестве, мне нужен какое-то событие. Вот событие у меня было. Я ходил на концерт, знаете, такого Даниила Крамера, конечно, знаменитого. И вот я написал стихотворение Крамеру, Даниилу Крамеру. В форме триолета. Как это? Триолет – это два четверостишия, которые первая строчка, она и четвертая, и седьмая, вторая, ну и восьмая. Понятно. Бушует море музыки его, и в этот шторм я брошусь головой. Пусть мир гармонии несет меня волной. Бушует море музыки его, я вокруг не вижу ничего, лишь только он и музыка со мною. Бушует море музыки его, и в этот шторм я брошусь головой. Спасибо, Коля. А сейчас я всем предлагаю с головой уйти под парту.